Привет. Можно я задам тебе несколько вопросов? Что для тебя Сальса Фест? Зажигательная латиноамериканская музыка, праздник, сальса карнавал. Замечательные красивые девушки в карнавальных костюмах, зажигательная музыка в ритме меренги, в ритме сальса, в ритме зажигательного ча-ча-ча или бразильской самбы. Все это сопровождается атмосферой веселья, замечательное шествие. Танцоры и люди, которые не имеют отношения к танцам, смогут, как в Рио-де-Жанейро, продефилировать на центральной аллее парка имени Шевченко с яркой, незабываемой атмосферой, музыкой, танцами. Разноцветные яркие костюмы, зажигательная музыка. Так и хочется танцевать. Карнавал — это вау! Let's go! Gotta get that, yeah! Gotta get that, yeah! Gotta get that, yeah, 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 yeah! Boom, gotta get that, boom, boom, boom! 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 On below, I got that rock and roll, that future flow, that digital spit, next level visual. I got that boom boom boom, how to beat bang. I like that boom boom pow. Them chickens jacking my style, they try to copy my swagger. I'm on that next now. I'm sold 3008, you sold 2008. I got that boom boom boom, that future. This beat be bumping bumping, this beat go boom. Let the beat rock. Let the beat rock. This beat be bumping, bumping. This beat go boom, boom. My feel be rocking them beats. Rocking them beats. My feel be rocking them beats. I could try. I got that boom, boom, pow. And I make you go, how? Porque tengo los beats que te ponen a mover la cabeza y no quedan en un round. Yo tengo el producto, sí. Yo tengo el asunto, sí. En la música yo me la luzco, sí. Ahora quiero ver a todo el mundo brincando, cause I got that boom, boom, boom. Gotta get 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 that boom, boom, boom. That boom, boom, boom. Let the beat, let the beat, let the beat rock, rock, rock. My feel be rocking them beats, rocking them beats. My feel be rocking them beats, rocking them beats. Фестиваль — это прежде всего праздник. Это праздник танца. Это чудесное настроение. Это и прекрасная музыка. Это и гармония в паре. Танец несет в себе прекрасный позитив. Вообще танец – это образ жизни. А латиноамериканский танец – это не просто образ жизни. Это прекрасная, невероятная эмоция. И, конечно же, сальса, латиноамериканские танцы, бачата, меренги, реггетон, тимба – это те танцы, которые несут в себе огромный запал бодрости, энергетики. И погрузившись в атмосферу фестиваля, люди заражаются теми эмоциями, которые несет танец, тем позитивом, который не может дать никакой другой вид искусства. Фестиваль дает возможность привлечь внимание к этому виду танца. Все люди могут себя попробовать. Такому танцу можно и нужно научиться. А научившись танцевать, танцевать, танцевать... We'll be right back.
Сальса – это соус, прежде всего, латиноамериканских танцев. Сальсеросы – это люди, которые танцуют. Танец, который раскрывает, прежде всего, чувства, страсть, яркость танца сальса. Это возможность показать яркое шоу, красивое шоу, зажигательное шоу, в котором участвует масса интересных людей. Сальса-фест – это возможность вывести танец из закрытой атмосферы клубов, в его естественную среду обитания. Горячие латиноамериканские танцы родились на улицах как своеобразный способ общения мужчины и женщины. Возможность выразить свои эмоции и чувства. Свобода общения. Возможность прожить свою или чужую жизнь. Это то, что нас объединяет. Nana, sabue mi bruja, araña pelubica.
Сальса Феста возникла более года назад. Идея заключалась в том, чтобы выйти на улицы города и устроить праздник под открытым небом, как это происходит изо дня в день на улицах латиноамериканских стран. Чтобы создать нужную атмосферу, необходимо было выйти всей массой уже танцующих людей в городе Харькове, финансовая поддержка и, конечно же, разрешение городских властей. Харьковская областная общественная организация «Ассоциация социального латиноамериканского танца» была создана с той целью, чтобы объединить всех существующих людей города Харькова, которые уже увлечены данным направлением, социальными латиноамериканскими танцами, защитить их интересы и, конечно же, популяризировать данное направление в нашем городе и в Украине в целом. Salsa Fest — это первое мероприятие, которое было проведено на городском уровне при поддержке губернатора Харьковской области, городского головы, а также департамента по делам семьи, молодежи, спорта и подготовки Евро-2012 по футболу. Спонсором всего мероприятия выступил Величко Юрий Валентинович, учредитель ассоциации. Salsa Fest станет традиционным для нашего города. Мы приглашаем вас на Salsa Fest в новом сезоне.